Итак, интереснейший бой, и сразу же соперники пошли драться, пошли в открытую пытаться и пресс проверить своего оппоненту, и голову тоже. Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Готовы бороться. В интересную защиту наступает боец из черного угла в красной майке. Итак, посмотрим, как же будут развиваться события дальше. Ну, настроены бойцы сегодня на бой, как вы можете заметить. И пытаются навязать свой бой друг другу. Пытается сейчас боец в синей майке отправить своего соперника в нокдаун, и шквал мощных ударов обрушивается сейчас на угол. И это нокдаун небольшой. Готовы? Итак, для награждения приглашается председатель Лиги бокса Татарстана Тукаев Раис Ильдусович. Победу в этом бою одержал боец в синей майке Саляхов Аскар. Победил он техническим нокаутом.